хочет смеяться. Пара секунд и надежная защита от сезонных гриппов получена. Заведующая поликлиникой номер 7 Ирина Спирина одной из первых прошла ежегодную вакцинацию. Медучреждения уже завезли партию препаратов против новых штаммов вирусов, которые эпидемиологи прогнозируют в этом осенне-зимнем сезоне. Для того, чтобы выработался иммунитет на эти штаммы, которые сейчас мы вакцинируем, должно пройти определенное время. То есть вот как раз в сентябре иммунизируешься, значит, уже с ноября месяца ты защищен. Где-то в течение 2 месяцев вырабатываются антитела. Прививка против гриппа делается отечественным препаратом. По результатам многочисленных исследований, наши лекарства доказали свою эффективность и, в отличие от зарубежных, не имеют побочных действий. Прививаться Ирина Спирина рекомендует всем, и взрослым, и детям. Особенное внимание сезонной прививки, по мнению специалиста, стоит уделить людям с хроническими заболеваниями. Есть у нас ослабленные вакцины, есть у нас детские вакцины. Поэтому там уже по назначению врачи, естественно, терапевт осматривает перед вакцинацией. Каких-то единственных противопоказаний – это аллергия на куриный белок. Сделать прививку можно в любой поликлинике городского округа. Кабинет вакцинации открыт для всех желающих по будням с 8 утра до 20 часов вечера и в субботу с 9 до 15 часов. Также мы идем навстречу, мы готовы выехать на предприятия, мы готовы выехать на какие-то вот частные даже предприятия, если свыше 20 человек, допустим, там какой-то малый бизнес, скажем так, мы готовы с бригадами выйти и всех вакцинировать. Медики настаивают, грипп – заболевание коварное. Даже если сама болезнь протекает без осложнений, велика вероятность развития серьезных последствий. Чаще всего сезонный недуг поражает сердце и сосуды. Прививка в разы сокращает риски. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.